Ну что же, доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Далекоскей Олег и Гелата, Алиса. И сегодня мы стримим еще одну игру в рамках турнира Иллоплей Топор Гейминг. Славяне против непонятно какая команда. Привет, Алис. Привет. Вторая команда Мышь, поскольку я знаю. Мыши, да, ну пускай будут мыши. Я очень долго пытался прочитать их название, не вышло. Ну, в общем-то, да, пускай будут мыши, славяне против мышей. Интересно очень звучит. И выиграли, получается, у нас ножи. Кто? Мыши. Мыши, хорошо. Это карта Орпас. Мне нравится, кстати, Орпас. И играть, и смотреть. Вообще очень нравится. А тебе? Тебе какая карта нравится вообще для стриминга, для того, чтобы вот наблюдать за ней? Ну, все карты, конечно, хороши. Оверпас, кстати, очень красивая карта, и для тактик, мне кажется, она очень такая прям разносторонняя. Хороша, на самом деле, да. Согласен полностью с тобой. Ну и четвертого парня у нас нету в мышах. Славяне полностью уже в своем полном составе ждут окончания паузы. Как оказалось, Топор Гейминг так и не запустили трансляцию. Очень жаль. Просто я видел, что у нас по 50 человек сидит на трансляции. Я думал, что наша трансляция все так любят и сидят у нас. Но, как оказалось, вообще трансляцию не запустили. Ничего себе. Круто. Вот так вот. Ну, значит, нас будут смотреть. Да, нас будут смотреть, слушать. Это радует. Слушать, смотреть, наблюдать и вообще за крутым КС смотреть. Это хорошо. Все, присоединился пятый игрок, пауза сейчас будет снята, наконец-то мы увидим вторую игру. Го, пошлите. Ладно, секундочку. Так, ну что, смотри, мы уже стримим с тобой 1:15. Какие у тебя прогнозы? Какие у тебя прогнозы? За сколько мы закончим этот турнир? Ой, я тут посмотрела, в общем, на ник первого игрока у Славяне внезапно. Ой, Алиска вот топ. Да. Алиска топ. Вот так вот. Вот так вот. Ну, не знаю, я надеюсь, славяне, конечно, победят. Да. Вот. Посмотрим. Все-таки не зря мы их выбрали, да? Я надеюсь, не зря. Посмотрим, какая игра, конечно. Мы же комментаторы, мы не можем топить да, ни да. за кого. Но мы будем за красивый КС. Но выбрали, раз мы эту игру. Надеемся, что игра будет сбалансирована, а не в одни ворота, как Да, не в одни ворота, как предыдущие. Ну, там комбайчик небольшой дали. 7 раундов, как бы нормально. Но тут хотя бы 16-10, 16-12. Хотя бы так. Ну, посмотрим. Что ж, первый пистолетный раунд у нас начинается. Напомню вам, что мыши начинают за контртеррористов, славяне начинают за террористов. Ну, и вот так вот интересненько. А, неплохо. Уже 30 хп остается у Димаса. Нормально. Ну, волнуются парни, волнуются. Да, верю. Ну, и мискликнули просто. Под Б уже бегут террористы. Трое террористов под Б. А почему? Что? А у тебя тоже шестеро террористов или нет на карте? У меня шестеро. Это дикой. А, это дикой. Кто-то закинул дикой, да. Я на карте смотрю. Я такой думаю, что? Подождите, что-то не то. Ну, уже минус по Димасу и славян. Также была инфа, что это ленд Б будет, скорее всего. Да, игрок уже одного убил. Ну, одного на самом деле недостаточно, второго тоже смог, жесть какой. Бомба лежит еще так неудобно на ящиках сверху. Да, и похоже тут андерхакер остался совершенно один против троих. Может, одного спреет, посмотрим. Он имеет представление, конечно, где игроки, но ему не справиться. Он решает немножко обойти, зайти в спину, там игрок с... 14 хп стоит у него в спине. Вот. И он делает минус. Ну, это, кстати, не тот игрок. Два вот. Минуса. Вот это неплохо уже. Вот это уже я чувствую неплохая игра. Близко. 12 хп это близко. И квадрокилл от игрока. Ну, я считаю, что неплохо. Вот сейчас отыграли. Отыграл. Да, найс трай. Андерхакер отыграл очень хорошо сейчас. Минус как бы. Сколько он там? 2 или 3 сделал? Минус 3, если не ошибаюсь, да? 3 где-то. Минус 3. Да. Отлично. Не, минус 2 у него. Минус 2, да? 2. Ну, в общем-то, тоже неплохо. Ну, эко делает команда. Закупает первый армор.
Есть смог. Есть смачок. Куда же они пойдут? Пойдут они. Непонятно. Пода есть бомба, да, но тут как бы сосредоточены игроки по всей карте. Да, решили играть не фаст раунд, немножко похолдить. Ну, возможно, тут холд сыграет им на пользу. Но тут но первый килл от Ана. Бомба передвигается в сторону плента А. По лангу. По лангу, а там уже А укреплено, уже трое игроков там, и будет очень сложно входить туда. Ан выходит с коннектора, чекает, начекивает. Андерхакер вместе со своими напарниками на лангу. Ан что-то понимает, идет на шариках. О, находит игрока Джури, наверное, так читать. Да, наверное, Джури. Ну и тут Ан уже начинает раш туалет, и как-то странно, Андерхак. Как он повернулся спиной. Очень таймингово, ну и в итоге да. 2-0. Не сделали ни одного килла террористы, но там было что-то наподобие эко. Ну и скажем, что это было достаточно неплохо. Террористы решают сделать еще одно эко, судя по всему. Двое игроков закупают первый, кого они, дигл купили. Да, там три дигла. Всё. Сейчас показывать игру крутую будут. Решает идти под Б. Есть по 250. Неплохой пистолет. Тут там прорашил со своим UMP. Боже Эх, мой, 5 хп. И все равно дает этот килл. Боже мой. Да. Это очень, очень неплохо. Ну, тут Вармхаммер. Вархаммер... Ну, размен должен быть, нет, но размена. Нет, не залетает у террористов, к сожалению. 3-0. Ну, вот сейчас должен быть сейчас закуп, будет... да? Мне показалось, где-то удар ножа сейчас был. Нет, у всех 100 хп. Показалось. Ну что ж, закупаются у нас террористы, наконец-то, и увидим мы первый раунд фуллбай. А ВП у нас у Селерона, ну и 4 калаша. Ну, все как обычно. Ну и, кстати... Спецназ не берет пока ВП. Да, оставил юмп себе АМФ. Наверное, это очень опасно. Очень опасно. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим, как он реализует. Неплохая позиция. Может быть, сейчас кого-нибудь найдет. В коннекторе посмотрит на кого-нибудь, просмотрит. Ан, в коннекторе. Первый контакт. Первый минус контакт. 40 и минус почти 50 хп. Ну, это, кстати, нормально. 40 минус. Но все живы, однако. Но все живы, да. Поэтому... Ан кидает хьешку, но мимо. А, игрок славян стоит, не выдает себя. До последнего стоит. Ну и славянин, в общем-то, решили перетягиваться пода. Возможно, правильно. Ан не отыграл вот свою позицию. Андерхак, первый килл. Да, отличный, хороший килл в коннекторе. Есть информация уже, конечно же, по нему. Уходит он на воду. Юрий простреливает подсадочку. Там, конечно же, никого уже нету. Ну и вот... Пода вроде спешит бомба, но все равно еще как-то растянулись парни, растянулись. Кто в коннекторе, кто под Б. Ну и вот сейчас будет заход в аплент, 2А, 2Б у контртеррористов. Сейчас будет первая информация, конечно же, есть первая информация. Хотя уже пошла. Лайфбой, минус Димас. Тут Ацелерон размен, Амф тоже делает свой килл. Амф, боже, свой юмп реализует, боже. Только я сказал, что зачем он юмп купил, и он его реализует. Остался один андерхакер со своим калашом против Амфа с юмпишечкой, 22 хп и Вархаммером, который пуловый. Амф квадрокилл со своим юмпе. Юмпе, обалдеть. Амф хорош. Амф хорош, отыграл и берет АВП. В итоге дофармил, 9000 у него сейчас в кармане лежит. Ну и еще АВП. Неплохо. Ну и тем временем, конечно же, пистолеты будут брать себе террористы, позволяют им денежка. Но, опять же, с большим шансом проигранный раунд, потому что нету арморов, нету раскидок. Ну вот тут уже полетели парни. Аешечка, у Коксина остался один хп, и он делает все равно со своим одним хп килл.
Это очень хорошо. Ну и забирать все-таки его. 5-0 не могут пока террористы подстроиться под своих оппонентов. Ну и не хочу как бы говорить, но террористы это все-таки слабая сторона. На самом деле на оверпассе террористы слабее, чем контртеррористы. Вот, ну поэтому я думаю, что все-таки свои раунды еще за контртеррористов возьмут славяне, но пока за террористов хотя бы несколько. Прорашил лайфбой, его убили, амф там с ВП тоже делает свой килл на шариках. Здорово, привет. Ты ляжешь спать, хорошо. Амф откидывает, возможно, грант, убегает в плент. Играет сейфово, информацию дал. Перетяжечка уже есть. Ну и все неплохо. Террористы пока тоже не спешат очень сильно. Растянулись по шарту. Ну вот очень тайминговая граната на Блау Джури. И он все-таки его забирает. Ну в итоге что? В итоге решили идти под Б, парни из команды Славяне. Возможно, это правильное решение, потому что один Вархаммер там сейчас, на данный момент, откидывает отличную хаешку, но, правда, 20 хп всего лишь снимает. Вархаммеру досталась очень сложная задача. Сейчас нужно ему принять плент Б, но там уже двое все-таки контртеррористов. Вархаммер минус один, Вархаммер минус два, и Вархаммер не берет, конечно, третьего, но амф там работает тоже неплохо. 6-0. Ну вот, не могут собраться террористы, но тут опять же получается то, что денежек-то у них много, по 4000 есть у каждого, и нужно закупаться, я считаю. Да, тут, конечно же, будет закуп. Да, возможно, там минус одна там хаешечка, там где-то не будет фаера. Ну и ладно, зато у тебя есть калаш, у тебя есть армор, и есть флешечки там какие-то. Ну, я рашик. Снова с вами. Да, ты снова с нами, ура. Сервер настроен. Это хорошо. Все играют. Ну и лоплей нужно настраивать, помогать обязательно. Прострелы, прострелы от Гудзина. Ну, что-то как-то не попал. Но было неплохо. 60 хп оставил Ану. Ану еще успевает перед смертью настрелять. Ой, как тут лайфбой просто в спину убил. Два игрока их. Славян. Остается 2 в 3. Под Б. Под Б, и нужно сейчас им идти, наверное, под А, но, возможно, переиграют своих оппонентов парни из Славян. Один игрок контртеррористов возвращается на А. Двое на Б, так что... Ого, какой размен. Но террористам не везет. Да. 7-0, но, опять же, по сравнению с тем, что было в начале, то, что контртеррористы оставались вообще впятером, без шанса выигрывая раунды, тут уже террористы потихонечку начинают под своих оппонентов подстраиваться, уже свою игру ломать, и вот уже потихонечку там и остается и один контртеррорист, и двое, ну, то есть, не в сухую берут раунды. Ну, вот, может быть, сейчас найдут вот ту нить. Им нужно сыграть более... Вместе им нужно сыграть просто. Да, немножко тимплей, амф, промах от него на лангу. Ждет он сейчас выхода из камня. Да, убивает. Это минус. Еще один минус на пику. Даже два минуса. Ой-ой-ой. Я... Просто... Настрелял. Можно сказать, террористов разнесли, и они еще даже не успели никуда выйти. Выйти, да, их уже на меду просто придели, пацанов. Ну что они ж. Они решают делать закуп. Такой плохой закуп. Да, достаточно плохой закуп, но по статистике, кстати, такие закупы очень часто берутся. Поэтому... Посмотрим. Первый минус под жюри. Хан откинул хороший смог и смог сделать минус. Ой-ой-ой, нашил все-таки. Жесть. Это был какой-то странный килл последний, если честно. Да, лайфбой, конечно. Как-то ну развернулся, вот, посмотрел. Да, и денег уже очень много у контртеррористов. Уже 16 тысяч у амфа. К
Кстати, пофикшены 16 тысяч, наконец-то, они макс 10. Ух ты. Растем. 9-0. Да-да-да. 9-0 опять закуп, уже чуть-чуть получше есть АВП. АВП, несмотря на то, что у них нет денег. АВП, ну посмотрим. Надеюсь, это АВП будет отыграно. Вот, вот, Селерон отыграл немножечко. Пропушил. Да, с пушем. И все-таки сделал свой килл. Но не справился. Не справился, но и в итоге убили еще одного игрока славян. Как-то очень нехорошо там. В туннеле. Ну как-то, в общем-то, да. Трое игроков славян полегли в туннеле. Селерон вот вроде взял инициативу в свои руки. Вроде один килл сделал, но... Дальше что-то как-то слабоватенько не получилось у него дальше убить. Ну, не ожидал, наверное, что получится. Да, там еще один, конечно, сзади пушил. Легко. Да, ну тут, Джури. Минус один уже с его АВП есть. Ну и будет он пытаться, наверное, сывить. Выцепить, конечно, можно. Еще одного. Бомба, в принципе, на руках. Его сейчас зажмут. Ну да, его зажмут. У него нет выбора. Его зажмут. О-хо-хо! Неплохо. Там бы отлично был сейчас. Москов. Он сейчас запушит с калашом. Или ой-ой-ой. Это нож. Но неплохие, кстати, киллы были с ВП. Там Москов такой хороший был. Да, да, да. Он сделал 3 килла, по-моему. Да, 3 килла, слушай. Ну, неплохо. Отыграл свой ВП в общем-то. Но команда не смогла сохранить себя до этого времени. Лилась до того, как стали делать киллы с МП. Да, и 10-0. Три игрока террористов идут под Б. Двое идут под... Да, ну, он опять и, делает килл, по-моему, он делает в каждом раунде такой килл. Да, Анна на самом деле стабильно делает киллы. Селерон, ну, хороший игрок сделал легкий килл, потому что там была АВП, ее было несложно запушить. Андерхакер погибает практически на тиспауне. Остается один игрок. Бомба далеко, 50 секунд. Полная команда противника. Он делает один килл, но погибает от Анны. Анна отлично, кстати, защищает туннели. Был нещадно убит сейчас своим тиммейтом. Да. Кстати, по статистике, я даже решил прогуглить, те, кто начинают за контртеррористов на варпасе, в 60% случае выигрывают игру. 60% случаев. 11-0. 11-0, и пока эта статистика не нарушена. Не нарушено, 11-0, пока в сухую выигрывают парни из команды. Из команды какой? Из мыши, да, мыши. Из мышей. Маузы. Ну, в общем-то, лайфбой. Лайфбой успевает просто переключаться на ТЗ и делать свой килл. Ему повезло. Ух ты, промах от Амфа. Есть АВП сейчас, да? Будут, да, есть у Андерхакера АВП. Она отходит в Б. Лайфбой 7 хп. Ну, на него никто не будет выходить. Ну, практически 3 в 3. У контртеррористов 4 авапы, и они работают, надо сказать. И они работают, реально, 4 авапы. Там было 5 авп, что ли, да? Не-не-не, там было 3 авап, мы подобрали еще одну. А, да-да-да, все-все-все, понял. Ну, в общем-то, 3 авапы. Да, 3 авапы сыграла, слушай. А давайте 5 авап. 4 уже есть, так, да. Они реально играют 5 авап, они реально думают, что у них прям... Ну, они, видно, не боятся своих противников. Они, видно, не боятся, да. Это очень зря. Вот даже выигрывая так 12-0, бояться своих соперников надо. И покупать 5 АВП в данном случае, ну, это прям что-то вообще жесть какая-то. У них, видимо, слишком много денег. А то это быстро сапрыгается, короче. Ну и славяне читают, эти авапы, конечно, работать сейчас не будут, если они рашат. Бомба будет установлена. Там сейчас игрока должны выцепить? Нет, не выцепят. Ой, бомба как устанавливается. Ну, почему он пошел ставить бомбу? Да, вот это очень вместе. Странно. Террористы так хорошо вышли на план Б. Да, так, так хорошо рашили. Встали. Почему они не заставят? Эх. Ну и тут, просто боже мой.
А все ведь так хорошо начиналось. Как они выбежали. Да, они просто стадом туда забежали. И вот, вот эта бомба, она вот на самом деле раунд сейчас решила. Продолжает играть 5 АВП. А, нет, 4 АВП и Скар. Да, неплохо. Они выбежали на Б, они просто кучкой забежали, килл сделали, ну что-то вот, не знаю, бомба как-то сыграла очень плохо, прям под АВП выбежала, ну как же так? Ну и, в общем-то, 13-0, 4 АВП, ой-ой-ой, Ямф делает первый минус, там Скар у Вархаммера. Парень уже, походу, фанится, просто покупает себе Скар. Ну осталось 2 раунда, денег, в принципе, много хватит, да, хватит на эти 2 раунда. О, Джерри подловил АВП и, возможно, еще одного. Да, да, подловил второго. Отлично. Отлично. У парней из мыши, короче, у мышей много денег. И вообще хватит, на самом деле, да, на, да, все, да. На еще обеспечение славян. Они могут дроп кинуть славянам, но... Ну, Селерон с 15 хп, пошел один на Б. Это наверное, очень профессионально. Но он хочет скрывать плент. Сказал Ифу, что там, в принципе, чисто. Игрок уже, ай-яй-яй, игрок так, подловил одного. Пулю. Тут бомба. Сейчас знает, да, 3, что 2. На Хэвоне есть один. Да. Ну и вот. Вот тут. Отлично, отлично. Ну, последний. Последний тоже сбивает. 13-1. Это первый раунд. Первый раунд. Неплохо, наконец-то, первый раунд. Вот они, 5 АВП от команды Мыши. Не сыграли. Не сыграли. Ой-ой-ой-ой, хороший игрок. Нормально, Негев. Нормально живем. М249 и Негев. Это последний раунд. Заметь, денег у них нет на следующий раунд. Это последний, последний раунд. Да, денег... Почему бы Негев купить? Ну, не знаю. Тут нужно еще зажать, законтролить. Сложно. Ну, есть 2 АВП у славян. Андерхакер, Селерон. Они там заморали, они понимают, что перестреливают террористов. В принципе, с любым оружием готовы играть. Ну вот, слушай, Димас, неплохой сейчас хедшот, да. 4 в 4, но в большинстве террористов, на самом деле, даже вот когда равенство, в большинстве террористов. Ну, Негев, это, конечно... Он может и не сыграть, но Авапа делает дело. Авапа от Амфа играет. 18 на 4 парень идет неплохо. Ах, не подловил сейчас тут. Ой-ой. А, вот Селерон, размен есть, тут лайфбой, правда, сзади уже, и... Ну, остался один Селерон с АВП. Есть... А есть ли у него бомба? Нет, бомбы нету. Нет. Бомбы нету, и тут... Времени тоже становится все меньше, потому что бомба осталась на лонгу. Ну, тут если, в принципе, перестреливать с лайфбоя, допустим, там можно и перестреливать Иоанна, потому что Ан с Негевым... Это неплохо. Но тут сложновато уже. И Ан перед... 17 секунд. Ой. Он запалил одного. А вот тут сейчас будет и опасно. 10 секунд. Ну и два. Не повернулся. Не понял, где кто находится. 14-1. В итоге, ну я не знаю. Алло, камбэчная? Вызываем камбэ. Если не возьмут... Да, то тут, увы, без шансов. Пистолетчику брать надо. Ну и Куаксин. 8 на 14. Лучший фрагстат сейчас в славянах. Ну и Амфа. 19 на 5. Со своим АВП он, конечно, раздавал очень неплохо. В первой половине. Ну, посмотрим, что будет во второй. Будет ли камбэк от славян. Ну и контртеррористы. Что ж. Ан взял Долберетас, кстати. Очень интересно. Ну иногда, кстати, дулбереты очень хорошо играют. Джуры. После выхода на Б уже размен был. Игроки продолжают занимать. У меня что-то подвисло. Да, у меня тоже очень сильно лагает. Но минусы там были. И в итоге 2 в 3. Бомба поставлена. Да, бомба поставлена. И похоже 15-1 на конферм, да. Пинг. А, нет, это так. Парни что-то, да, подлетел пинг. Странно. Ну что ж, остался один Куаксин со своим юспом, ну и шансов мало, это похоже 15-1, ну да, 15-1, пистолетчику взять не удалось. Да, последний раунд, у меня все вылетело, что ж, 16-1 закончили парни, это была изи-каточка,
Изи каточка, правда. Что-то мы выбираем такие, да? Неудачные игры выбрали. Неудачные игры выбрали. Но я надеюсь, что все игры такие, вот. Но нет, на самом деле не все. Была же там игра, да, вот в 1.16, которая там закончилась 16-14. Угу. Ну вот там было неплохо. Там была жара, но тут, увы, так не скажешь. 16-1 это без шансов. Честно, без шансов. Поздравляем команду мышки. Мыши. Ну, давай следующую игру какую-нибудь. Да, давай какую-нибудь игру залетим. Так просили, вот. Сейчас скажу. Кого ТГР просили? ТГР и Альфа-Бис. Да, давай сейчас попробуем ее. Просто вот я вижу, что там фастбай. Так, ТГР где? Вот они, ТГР. Сейчас посмотрим, какой там счет у них. Но вот там видно, что у ТГРов небольшой счет против этих. Ну давай, сейчас я тебе скину айпишечку и залетим.